Новый детский сад в лесном городке обустроен по самым современным стандартам. Качественный ремонт, новая мебель, игрушки. Садик открылся чуть больше месяца назад. Ну просто еще мы только месяц работаем. Мы 14 числа запустились, января. Пока деток было 5, потом 7, потом 20, потом 30. И сейчас у нас с вами уже 72 ребенка. Завтра будет 79. Персонал детского учреждения полностью укомплектован. 10 воспитателей, 5 младших воспитателей. С детьми работают логопед, психолог, учителя физкультуры и музыки. Такое дошкольное учреждение лесному городку требовалось уже давно. Сам лесной городок расширяется в Несок, еще Изумрудная долина застроилась, значит, едут молодые семьи, ну и рожают, и как бы и уже с детьми приезжают, покупают жилье. И ну, дефицит всегда был, что здесь, что там, значит, порядка 300 человек в очереди. Новый детский сад поможет решить проблему очередей в садике. Он рассчитан на 160 детей. Единороссы обсудили с руководством учреждения планы дальнейшего развития и отметили, что атмосфера здесь очень уютная. Хочу сказать, что это все благодаря нашему бюджету муниципальному. И благодаря тому, что у нас такие депутаты, которые единогласно именно за это проголосовали. Поэтому хочется просто порадоваться. Я считаю, что это просто радость для всего нашего округа. Напомним, что детский сад в лесном городке расположен в здании старой начальной школы. В 2020 году здесь провели масштабную реконструкцию, в ходе которой был усилен фундамент, перекрытие, проведен ряд других ремонтных работ. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».